Да? Привет, друзья! И сегодня мы играем в Roblox! Привет, бро! Наконец-то соскучились по Роблоксу, как я. Я, да. Отлично! И куда идем? В королевскую школу, потому что там вышло суперское обновление! О, круто! Ну что, начинаем? Поехали! Подпишись на канал! Есть еще одна новость! У меня есть свой инстаграм, страничка ВКонтакте и Фейсбук! И лайк! Подписывайтесь и давайте дружить! Ссылочки в описании! Мы приехали на вот такой классной карете. И везут эту карету собачки, а не лошади. Да, классные собачки. Класс! Я точно сейчас упаду в обморок. Что случилось? Школа преобразилась. Ого, классно. Я тоже ничего не узнаю здесь. Да, новые ступеньки. Да, новые. Новые ковры. Вот это вообще да. все новое, мне кажется. Все новое. А школа какая обалденная. Я уже разгадала один секрет этой школы. Где еще могут быть алмазы? Вот тут, на дверях. Я бегу, тебя не вижу. Красотища тут кругом, моя, вау! А ты где? Такой прямо дворец крутой. Сейчас я там заберу себе. Ай, подожди, я за тобой же не успеваю. 21-й шкафчик у меня будет. Так. Ой, тут такой красивый зал. У нас тут урок, я его пропустила. Папанда. О, Маюш, давай идем дальше. Пойдем комнаты занимать, пойдем комнаты. Вот тут, походу, комнаты. Вот тут. Давай, вперед. Вот сюда. Не, это класс. Так, сейчас найду, где у нас тут наши комнаты располагаются. Походу, что ли, вот тут. Да, вот тут, вот тут. Где корона? Вот, можно комнату себе занять. Нажми вот на это сердечко. Мы будем вместе жить. Это будут наши вместе? Комнаты. Да. Где нажми там? На это сердечко. На сердечко? Да. Просто нажать? Да. Ну, вот. О. Мама. Да, все, это наши комнаты. Ура! Я зашла в свою комнату. Тут классно, тут тоже есть камин, чтобы погореть. И кухня! Мы сейчас сделаем рум-тур нашей комнаты в королевской школе. Я тут играю на пианине. Правда, не очень мягко получается. Так, что тут еще есть? Тут есть вот такой диванчик и кухня. Тут есть какие-то циферки, телефон, в общем. Где? Там, на кухне. Кухня огромная, мне это нравится. Много вкусняшек можно приготовить. А вот это что за дверь мне розовая, вот мне интересно. Это твоя комната, папа? А, нет, это уже моя. Хотя, стоп, это что? Может, там ванна? Это моя спальня, вот у меня есть кроватка. А где моя? Я не знаю. О, ну, это я, уроки надо сделать. Я сейчас сделаю быстренько уроки. Какие уроки, Майя? Мы сегодня занимаемся исследованием новой школы. Сегодня выходной. А вообще сегодня каникулы. Вот именно. Каникулы, лето на дворе. Какие уроки? Надо делать уроки. Домашнее задание на каникулы. Это да, но сегодня мы исследуем школу. Потом сделаем. Да, вот. Твое, смотри, какое-то платье висит для тебя. А где для меня одежду переодеваться? Так, тут у меня, оказывается, в квартире и кристаллы тут. Я не поняла. Я на балконе оказалась. Я к тебе иду. Зайдешь? Маюня, вообще как. Красота. А давай идем к тебе в комнату. У тебя тоже должна быть эта квартира. У меня что ли есть тоже комната? Как я поняла, да. Идем сюда. Так. Дверь. Опа. Где дверь? Я уже запутался. А, тут такая розовая дверь, как будто потайная, понимаешь, специально придумали. Так, идем, получается, вот сюда. Это значит твоя комната. Где? Вот эта голубая. Подожди, отойди, моя. Отойди. Ты что, ее сейчас взрывать будешь? Да, сейчас взорву ее и все.
Подпишись на канал. А, я не поняла, как тут? Или что тут? Вау, я так высоко подпрыгнул, вау! Смотри, прямо в облака, Маюш! Иди на трамплин, прыгай в бассейн, там очень классно. Я поплыл, Май. А, я этот урок физкультуры просто не могу нормально его пройти. Этот ничего не узнаю, даже урок... Ой-ой-ой-ой, этот... а меня... А, это какая-то... раздувает полностью. А ты я где сейчас? Я сейчас тут пытаюсь как-то пройти, я не понимаю, все изменилось, я не понимаю, что тут... Ай, меня в воду затянуло. Куда идем? Мы с Пяточком большой секрет. И не расскажем никому. О нет, о нет, о нет. Ой. 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 В этом случае ты Пяточок. Ага. Тут получается у нас... это у нас столовая. Тут свечки даже горят. Давай, покушаем немножко. Нечего кушать. Как нечего? Смотри, да. Тут целый ресторан. Вот, мне сразу вот предлагают какой-то сок, чай, лолипоп. Конечно, лолипоп. Ну, в общем, я не знаю, что мне выбрать. А, я не могу тут выбрать. Да. Почему? Потому что сейчас не время еды. Ну вот. Я около камина. Попадаю. Иду! Человек. А в прошлый раз такого не было. Ой-ой-ой-ой, жарко тут. Ай, горю. Я тоже горю. Сейчас будет жареный панда. Ай. А мы не хотим жареного панды. Так я тоже не хочу. Почему я не могу выбежать? У меня уже 4-й уровень, и я тут что-то могу покрутить. Кристаллик, у меня кристаллик. Где мы тут сели? У меня беленький кристаллик. А, мы греемся тут. Вместо желтого я сейчас сделаю белый. Так, давайте вот белого. Я хочу белый. Так, ну вот, у меня новая корона. Только я что-то себя почему-то не вижу. Ну Панда, что? Идем. Ну ты что, когда бал уже будет? Я не знаю, я тут купаюсь в холодной воде. А? И кристаллы тут собираю в холодной воде. В холодной воде, ну ты даешь. Маюш, простудишься. Закаляюсь, да я. Закаляешься. Где ты? Да я вот, я около тебя. Ой, правда, Опа. Я полетел. Ой, ты чуть такое? Я полетел. Маюш, давай полетаем. Мы ни разу в королевской школе не летали в облаках. Красотища какая. Смотри. Я на крышах. Видишь меня? Нет. Я вот где розовые такие башенки. Вот ты там. Вот. Ты сейчас там около флага. Ой, да, около флага. Я сейчас бах на крышу остановлюсь. Интересно. Я могу остановиться там? Да. Вот я лечу уже туда на крышу на эту. На какую? На башенку? На башенку. Вот, я уже приземлилась там на башенке. Ой, а полетели, вот видишь меня? Да, да, да. Я приземлюсь на этот балкончик. Вау, бах. Ой. Кому-нибудь в гости. Неожиданно нагрянул. А может быть к нам в гости? Это на... Смотри, иди сюда, Майя. Да. На этот балкон, тут очень круто. Смотри, как красиво. Луна вон, посмотри, сними луну. Да. Какая красивая луна. Пойдем к кому-нибудь правда в гости. Я оказался где-то на крыше или где? А, я не понимаю, у меня что-то... Ой, ночь какая-то. Глюк какой-то. У меня правда какой-то глюк. Я что-то провалилась. Я сначала появилась. Все. Поехали на карете. Давай. А я почему-то не могу. Оп. Оп. Все. Сел. Поехали. Не хотят везти, эй. Эти собаки. Поехали. Поехали, гав-гав, поехали. А, гав-гав, поехали, да. Тут уже гав-гав, поехали. Может, надо сесть вместо кучера там? Да, сейчас я попробую это сделать. Тут они не хотят ехать. Даже если я кучер, все равно не хотят ехать. Нет, не хотят. Зато алмаз. Я буду вместо алмазика тут в короне. В короне буду. Девочка какая-то со мной села.
А я тут в короне. Познакомиться. Статуя свободы. Полетели, сейчас красиво вот на этой башне розовой. Ага. Я тут собираю, их тут много. Так, будем знать, значные. А что дают эти алмазы? Потом на них можно что-то купить. Ну я что? Еще одни алмазы там заметил. Это было чудное приключение. До новых встреч! Подпишись! Внизу такая красная кнопочка. И лайкусик для Маюсика поставь. У-ху! И жми на колокольчик, чтобы получать сообщения о новых видео. Не забудь про наши социальные страницы в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке и Лайке. До новых встреч! Пани-пани-бай! Пани-пани-бай!